В городе Солнечнодольске Ставропольского края завершился международный фестиваль уличного искусства «Культурный код». Он стал продолжением масштабного проекта, стартовавшего в 2019 году в Одинцово, а затем прошедшего в Челябинске и Нижнем Новгороде. Города-участники определяются организаторами по итогам строгого конкурсного отбора. Автор проекта – известный одинцовский граффити-райтер Дмитрий Левочкин. Его идея получила поддержку на уровне президентской платформы «Россия – страна возможностей».